شومی چمپیون های آی بی ای در قصر تنیس و مجمع اوبی دوشنبه. باری اول در یک شومی باکس چهار مشزنی تاجیک شوکت رحیموف، بهادر عثمانوف، اکمل عبیدوف و شمشیر سعیدوف روی رینگ می آیند. Так как мой соперник знает только испанский, я подучил некоторые слова на испанском, сказал ему «Bienvenido, amigo, pere mañana». То есть переводится как «Добро пожаловать в мой город, в мою страну, но завтра будь готов к битве». Я всех своих соперников уважаю, они все достойны. И тем более за такой бой Illumination, за обладателя претендента, он явно же достоин этого. И для меня это серьезный шаг, чтобы вернуть свой пояс обратно. Я готов на все 12 раундов. Хороший боксер, могу сказать, с уверенностью, чемпион мира. И это меня мотивирует очень. Забрать эту победу и идти дальше. Главное, чтобы все прошло без эксцессов, и я думаю, закончим раньше. В каком раунде? На финале все. И думаю, в пятом. За Шавкат Рахимова, за Бахадура Усманова и за всех остальных своих буду болеть, конечно. Да, я же тоже должен был выступать здесь. Не получилось, потому что я заболел. Следующий бой чемпионский у меня. Не стали рисковать.